трудились весь год, не жалея своих сил. Во вторник состоялась церемония вручения муниципальных премий за успехи в области физической культуры и спорта. В зале Бурылинского музея тренеры, их воспитанники и ветераны спорта – все те, кто, вопреки обстоятельствам, приносит в копилку региона медали разного достоинства. Премию присуждали по нескольким номинациям. Для Даниила Сидорова уходящий год выдался необычайно победным. Буквально недавно завершился чемпионат России по пара-тэквондо, где ивановский юноша стал лучшим. Ранее спортсмен завоевал золото на открытом чемпионате Европы и на всемирных играх Айвас. Всемирные игры проходили в Португалии, чемпионат Европы был в Болгарии, в Софии, и чемпионат России проходил в Воронеже, где я занял везде первые места. Я был на 8-9 сборах, тренировался, готовился к этому.